Кашлар, здравствуйте, на связи Австрия. У всех предновогоднее настроение. Смотрите, вот такой капюшон одел. Давайте я вам дам панораму. Это Гевербе парк Штадлау. Крупный торговый через 150 метров центр. На перекрестке с круговым движением сверните на четвертый выезд. Это у меня навигатор срабатывает. Я решил пройтись пешком. Вот. Я хочу вам рассказать о следующем. Ну, вот здесь очень много разных. Снег идет почти как Новый год. Ну, где-то в пределах температура минус 1-0. Гололедица, подмерзает, идет снег. Вот. И мне с работы подарили, знаете, что на Новый год? Подарили вот такой гудшай на 50 евро. Ну, что захочешь, сказали, можешь купить. Вот, так я купил багажник для своего горного байка, и он оказался маленьким. Причем мой велосипед французский, он производится во Франции, в Париже. И для того, чтобы мне заменить, мне пришлось сюда приехать по чеку. Срок действия чека 14 суток. То есть за пределами Нового года уже обменять нельзя. Поэтому я сюда приперся, такой снег, все обменял. Вот, у меня в рюкзачке. Расскажите, дорогие мои подписчики, какое у вас предновогоднее настроение, идет ли у вас снег. Тяхши дюрга, ставьте большие пальцы вверх.